Почему компания Microsoft это делает? А дело в том, и эту ситуацию прекрасно описывает книга «Живи, вкалывай, сдохни». Этот автор специально в поисках материала для написания книги поехал в Кремниевую долину для того, чтобы посмотреть, как эта вся внутренняя кухня устроена, как работают корпорации, как они сражаются друг с другом, почему они совершают все эти немыслимые приобретения, почему они закрывают какие-то проекты. Казалось бы, вот, да, ты только что купил какую-то компанию с каким-то инновационным решением за 50-100 миллионов, возможно, можно даже за миллиард долларов. А почему вы ее закрыли? Почему это происходит? Такие процессы внутри таких компаний идут постоянно. Вы просто этого не видите. Потому что сейчас это вот публичная компания, которая делает развлекательный контент. Tenga Gameworks, пожалуйста, студия Arkane. Люди знают и любят их продукцию. В основном-то покупают маленькие такие вот компании, которые выстреливают какой-нибудь идеей. Просто для того, чтобы получить патент, интеллектуальную собственность. Но есть еще одна интересная особенность. Просто для того, чтобы этот продукт не достался другой компании. Только ради этого порой вкладываются немыслимые деньги для того, чтобы разорить маленькую компанию.